легче. И заключительная пара, которая должна придумать какой-то ответ на мировой рекорд Бриттани Боу. Учитывая то, что Эрейн Вюст весь сезон говорила о том, что она едет в Солт-Лейк-Сити бить мировой рекорд. И тут вот берет Бриттани Боу и ей такую подкладывает свинью, можно сказать, на полсекунды, улучшая прежний мировой рекорд. Так что Эрейн Вюст, получается, надо считать график на 1:50. Твой старт. Ну вот в этом соперничестве, конечно, может интересный родиться результат. Мэтью Враа опять у нас в качестве стартера, американский арбитр. Да, ну и, конечно, немножечко обидно за Михо Такаги, потому что три серебра у нее уже за две недели. Серебро чемпионата мира в спринтерском многоборье, серебро чемпионата мира в классическом многоборье и вчерашнее серебро, когда буквально на последних метрах дистанции у нее отобрали мировой рекорд. Ну и, по идее, Такаги должна сейчас убегать на первом отрезке дистанции. Но, по идее, у нее и выносливости должно хватить. На чемпионате мира в Калгари Такаги выиграла у Эрейн Вюст. Выиграла очень прилично. 1:52.08 Такаги бежала в Калгари неделю назад во время чемпионата мира. Многоборьем. Смотрите, какой большой отрыв сразу японка сформировала. Из 25 секунд разгоняется. Вроде бы и для Вюст неплохой разбег 25-16. Но даже малым поворотом это не отыграть. Да, сейчас неприятная ситуация будет у Эрейн Вюст на переходной. Да, как раз кажется, вот это... Отбежит ее японка. Ну вот это будет не очень хорошая ситуация, потому что она будет сейчас пропускать, и она, соответственно, будет терять скорость. Да нет, она как раз идеально попадает в спину. Ну да, скорость, конечно, у Михи Такаги намного больше. И ну, она пока бежит, ну вот только что еще выигрывала у Бриттани Боу. Сейчас вровень бежит. Но все решит последний круг. Очень близкие результаты. У Бриттани Боу на отметке за 100 метров до финиша была 1:19.95. И выигрывает Михи Такаги. 0,3 Такаги выигрывает. И круг из 28 секунд. То есть получается, что порядка 15 сотых вот на этом круге. И наращивает. Ну, видно, утомление это. Бежит еще, она бежит. Из 1:50 бежит. Это невероятно совершенно. Полсекунды уже перевеса над графиком Бриттани Боу. Ну что, вот реванш состояние. Берет Михо Такаги. Или добегает, выигрывает у Вюст. Да, из 1:50. Но... Полсекунды Михо Такаги с результата Бриттани Боу. Секунду с прошлого мирового рекорда Хизер Бергсман. Да, и Эрейн Вюст правильно все рассчитала. Она тоже пробежала быстрее мирового рекорда. Но она только четвертая. Она не на пьедестале. И она проиграла и Кате Шиховой. Ну вот примерно такое же расположение было на первом этапе Кубка мира. Только там Бриттани выиграла. Такаги была второй, Вабихира. Третий была Шихова и четвертый Вюст осталось. Ну вот уже вторая дистанция. В последнем круге 31-ю, да, есть люди, кто та же Вайфье, последний круг быстрее 30 секунд сделала. Та же Вюст 29,7 пробежала последний круг, но при таком разгоне, при таком запасе Такаги, она удержала свой перевес над мировым рекордом. Потрясающее достижение японки. Вот не в силах разогнуться, только кивком головы может поблагодарить.